Срочные сообщения поступают из Парижа. Там в центре города прогремел мощный взрыв. Есть пострадавшие. Подробности планируем узнать у нашего специального корреспондента во Франции Дарьи Григоровой. Она присоединяется к нам в прямом эфире по телефону. Даш, приветствую. Какая информация есть к этому часу? Что стало причиной взрыва и известно ли о пострадавших? Добрый день, коллеги. Действительно, мощный взрыв и пожар. После него возник в 9-м округе на улице Тревиз на первом этаже одного из зданий. Известно, что на этом месте находилась булочная. Это тихий жилой район Парижа. И вот сейчас источник полиции утверждает, что причиной взрыва стала утечка бытового газа. В данные секунды несколько пожарных расчетов тушат здание. Квартал оцеплен. Пожар до сих пор продолжается на первом этаже. Но видно, что это именно коммерческие площади. Это не жилые квартиры. Рядом с булочной видна перевернутая машина, сгорели мусорные баки. В общем-то, достаточно сильный, мощный был взрыв. Однако квартиры, которые находятся над булочной, пока не пострадали. И данных о пропавших без вести или пострадавших на данную секунду у полиции нет. Но мы продолжаем следить за ситуацией и будем сообщать вам информацию. Даш, спасибо. Дарья Григорова работает в Париже. Там в центре города сегодня прогремел мощный взрыв. Предположительно, это утечка газа.